выглядите утром, как после посещения самого дорогого салона. Свежо и молодо поделюсь сегодня с вами одним маленьким секретом. И прежде чем я покажу дальше, что необходимо сделать, подпишись на мой канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и мы продолжим. Сегодня мы будем с вами делать массаж по маске. Это сэкономит время. После этого ваше лицо будет выглядеть замечательно на все 100. А также еще мы будем работать и над самой кожей, над ее качеством. Обязательно мы сначала с вами очищаем наше лицо, потом протираем обязательно тоником и только после этого приступаем к самому массажу. Я взяла очень плотную маску, она будет питать мою кожу, и также еще воздействие антивозрастное. И я ее наношу на кожу лица. Смотрите, она очень плотная, и мне приходится ее распределять на все лицо. И потом я возьму цветочную воду, можно взять гидролат, для того, чтобы скольжение было замечательным по нашему лицу. Для тех, кто хочет выглядеть молодо и красиво, всегда приглашаю на свой курс, где я подробно объясняю и обучаю, каким образом нужно делать массаж. Когда вы достаточно нанесли маски на лицо, когда вы достаточно увлажнили, распределили маску по лицу, вы чувствуете, что достаточное скольжение, мы можем приступать непосредственно уже к самому массажу. Начнем мы с шеи, поглаживание. Опять же, движения должны быть легкие, поглаживания должны быть скользящие. Мы проходим от шеи вверх по лицу, двигаемся от центра к периферии. Я постоянно двигаюсь по всему лицу, чтобы маска не подсыхала. И чтобы этого не происходило, я добавляю периодически цветочную воду на свое лицо. И обязательно двигаюсь, то есть мы не как обычно, да, работаем сначала над одной зоной, потом над другой. А мы стараемся работать над всеми зонами сразу же. Поэтому делаем движение на одной, переходим на другую, возвращаемся. Принцип такой. Здесь мы можем делать вот такие движения. Вы можете посмотреть, как я делаю, просто повторять за мной. Просто помните, что у вас должно быть везде очень легкое скольжение. Если скольжение не происходит, добавьте маску, либо цветочную воду. Вот здесь я хочу заострить свое внимание на жевательных мышцах. И сейчас я нахожусь в Анталии на обучении, и довольно-таки эмоционально у нас обучение получилось. Я чувствую, что здесь у меня произошло такое вот напряжение, да, и я этому месту уделю сейчас больше внимания. Опять же, проглаживаю после того, как я глубоко прорабатываю жевательные мышцы. Вы можете повторять за мной вот такими круговыми движениями, очень медленно, и уже чувствуется, как расслабляется лицо, как уходит напряжение из нижней челюсти. Да, двумя пальчиками это очень заметно, когда вы трогаете, как мышцы расслабляются. Можно действовать очень глубоко, то есть по мере того, как вы начинаете движение, мышца начинает вас пускать глубже и глубже, и вам удается снять это напряжение. Переходим на область глаз. Тоже очень легкие движения от центра к периферии. Повторяйте за мной. В принципе, все эти упражнения, все эти движения очень-очень легкие. Обязательно мышцу лба пройдем, ее расслабим, потому что эта мышца очень сильная, мы ее в течение дня часто напрягаем. Вообще хочу дать совет, если вы начнете отслеживать, как реагирует ваше лицо в течение дня, то вы сможете избежать появления излишних морщин, потому что наши гримасы эмоций, скажем так, да, отпечатываются на вашем лице. И опять я делаю поглаживание от центра к периферии, от одной стороны на другую сторону перехожу. И дальше мы с вами сделаем еще поглаживающее движение по всему лицу. Поработаем немножко над шеей. Здесь я использую технику кругового движения. Если у вас не получается, просто делайте поглаживание.
Но опять же, должно быть хорошее скольжение. Сейчас, возможно, уже маска впиталась, и вы можете добавить еще цветочной воды, либо еще немного маски. От шеи мы переходим к лицу, такие же движения, если у вас получается. Если нет, то делайте просто поглаживание от центра к периферии очень медленно, очень-очень медленно. Если делать только поглаживание, уже будет эффект. Если можете повторить такие же круговые движения пальцами, то повторяйте за мной. Хорошо, еще раз все проглаживаем, проходим все зоны всего лица и будем заканчивать этот массаж. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, буду рада вашим комментариям. И не забывайте ставить лайк, ведь это бесплатный эквивалент слову спасибо, и это очень мотивирует меня создавать следующие ролики для вас. Я вам желаю хорошего дня, прекрасного массажа. Любите себя, заботьтесь о себе и увидимся в следующих видео. Всем пока!